Светлана, добрый день. Так, вы пришли к нам на собеседование, да? Да. Хорошо. Так, вы хотели бы пойти в нашу IT-компанию? Желательно. Желательно. Как вы относитесь к тому, чтобы помогать другим? Очень люблю помогать другим. Я умею находить общий язык с другими. Если кого можете помогать, место в моей компании. Сколько вы любите работать? На 110%. Подожди, чуть-чуть. Вот. Какое образование вы имеете? Я имею и высшее юридическое образование, и второе по IT-специальности. Так, как вы разбираетесь в компьютере? Знаю языки программирования. Кошки или собаки? Собаки. И тутор никогда не задает вопросов, которые содержат ответ. Он всегда спрашивает, что, как, зачем и почему. Вы никогда не должны давать ответ. Но я не про то. Итак, у нас есть с вами сотрудник, который может выполнять эту работу. Самое страшное в работе рекрутера – это мотивация. Мотивация. Насколько, почему, зачем? Совпадает ли его ожидания и то, что вы можете предложить?